Друзья, сегодня мы пришли сюда, чтобы сказать нет реформе образования, чтобы сказать нет тому процессу разрушения, которое справедливо связывается с именем министра образования Андрея Фурсенко. Мы хотим все чего? Чтобы образование было, первое, бесплатным, второе, качественным. В этом году вступил в силу печально знаменитый закон номер 83 об автономных бюджетных и казенных учреждениях, или сокращенно об АО, БУ и КАУ. Это последствия этого закона испытывают наши дети и их родители. Это последствия этого закона испытывают учителя. И не случайно, когда провели опрос, 77% опрошенных людей в России заявили, что их расходы на образование в этом году резко выросли. Это прямое следствие закона номер 83, который пытается превратить в товар наше образование и наших детей. Пока мы едины, мы не победим.